25 июня, первая костер картошка. Первая костер картошка. Он подтягивается. Первый раз костер с картошкой. Не первый раз, уже много раз. Вообще-то в этом году. Да, в этом году. Вот собираются люди. Пошла картошка в костер. Какой-то костер маленький. Ой, картошку, картошку. Да хоть мотошку. Я первый раз подумала, что мы не можем быть. Вот так вот. Так, что дальше делается? Нет. Дальше она... Дальше она подкидывается. Ну сейчас, немножко еще. Подгори мало. Вот так она делается, заваливается углем. Углем. Пойдем поищем, может, купить. Дядя Витя к 9 придет, и Ерема тоже к 9. А сейчас сколько времени? Не знаю. Там Ерема... Вот она почти вся скрылась, картошка в углях, почти все. Давайте веток. Ребята, веток, Андрей. Веток сухих желательно. Вон, а хворост там. Хуже, еще. Это не трогайте. Ой, брат Тихоныч приехал. А, вон. Так. Вон белая, видите? Это хвост. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Идите сюда. Игнатий Тихонович. Что ты кричишь? Почти все, кроме бабы Серафимы. Вот это тоже подсохло неплохо, но это так, на распалку. Лучше вот, да, вот хворост-то такой. Вот это здесь вылазит. Нет, вон там где-то. Вот, смотри сюда. Вот эти веточки берите. Смотри, как стараются все. Все хотят есть картофель. На, держи. Тащи. Только в костер никто не подкидывает. Подкидывает? Да. Мы дрожжики. Вы мне таскаете, а я буду подкидывать там. Ладно, что ли? Володя, я просил вместо крапивы. Крапивы у нас у них отходы. Ну, Вика, отходи. Вот так, хорошо, хорошо. Вика, не спи, а то заберу тебя хворост. Вот целая телега крапивы, свежей такой, ядреной. Вот так. Тихо, тихо, аккуратней. По ступеньке аккуратней. Сорочинное гнездо дело. Один петух и перекус. Почему? Он петух. Он петух. Я бежал. Как он? Свистит. Смотри, уселись на перила. Против техники все. Хотят сломать, наверное. Тут у нас Тараси сидит. С умным видом. Тимофей тоже старается умный вид сделать. Вот, смотрите, еще собрали. Это что? Сгашка! Свари. Так, у нас Ксюша с прической от Московской патриархии. У нас особо там парикмахерская при церкви, наверное. Там специально челки стригут. Огонек. Вот, Степан. Можно пожарить. Неправильно. Надо вот так. Вот. Какой блатной. Идет. Куда? Володя. Что у нас тут? Байкалочка, соль. Вода, чтобы тушить. Инструмент. Что тут? Синдром весенней усталости. Остановлен. О, как горит. Костер, жаркую погоду, это зрелище очень впечатляющее.
Даже не вытерпят, не могут вытерпеть близко находиться. Но Тихоныш беспокоится о аппарате. Дай, Володя! Он каждый по силам берет. Это там Маша, наверное. Нестор понесу, погряз в заботах. Она сама понесет. Родня говорит. Еще моду обсуждаете? Нет. А, играете? Где Леонида? Леонида? А где Ливия? Оливия? Здравствуйте! Лена, где Ливия? Яростные волны бьются о борта, весла переломаны только на мной. Нестор. Сюда, когда смотришь на костер, посещают мысли глубокие. Вот у Нестора сейчас посетила мысль какая-то вечная. Моя ладья, рассекая пропасть, стала и желание загадала. Мелко, стрелка, стоп, тарелка. Это какое-то колдовство у вас похоже, да? Тут нет. Еще это. А как это называется? Ты должна, какое-нибудь желание загадать. Желание не загадывай, так написано, открывайте желание пред Господом. Игнат Тихонович тоже решил подать огню. Не влейте, Игнат Тихонович не может хулиганить. Игнат Тихонович, только по словам Максима Степаненко, хулиган говорит. Фальшиве тут. Музыкант определил сразу, на какой ноте, на какой секунде, какой октаве. Так, что-то у нас... О, это надо посмотреть, что это. Еще ни разу здесь не были мы. Как это называется? Похоже на какую-то шахту ракетную. И где дверь, не понять. Вот вход в это место. Вот так, перцем. Что у нас тут? Угу, понятно. Вот озеро, работа наша. Все. Я тебя драть крапивой буду. Не брать пальцы в рот. Пальцы в рот не брать. Как определим, можно засыпать крапивой? Засыпаем крапивой. Это очень ответственный момент. Засыпать крапивой. Пусть Виталий отдыхает. Виталий, Виталий, поддыхайте, пожалуйста. Может, за четыре края взять его, да вынести с палаткой сразу? Да, так и сделаем. Сейчас я хватанусь. Что вы говорите?
За 4 края взять. Что ты хочешь сказать? Вот это сюда? Место! Давай, давай. Это придаст картошке давай, аромат давай. Особенный. Андрей, там берись. Андрей, хватайте там. Какая куча грозная. Уехала. Так вот, аккуратно, чтоб не обожгло. Палатку близко не подносить, там рядом бросили, все. Она жалеет. А представляешь, я тебе очень важно. Я не могу. Нужно огромное прочное. Вот так это делается. Теперь нужно вилы взять. А зачем столько соли принесли? Она будет рассыпана здесь, убери ее. Нет, я ее не буду. Будет рассыпана, я тебе сказал, будет рассыпана вся. Она в мешочке, Игнатьевна. Я говорю, будет рассыпана, ты слышал? Будет рассыпана. Каждый будет брать и сыпать. И дальше так... Я только буду ей руководить. Да, не руководишь, не будешь как руководить. Соль будет рассыпана. Посмотрим, за кем последнее слово. По-моему, там уже картошка. Как ваши ногти поживают? Обгрызанные? Мне там постригли. Постригли? Покажи. Нет. Нет. Ногти хорошие. Тут погрызенные ногти? Нет. Вкусные ногти? Нет. Вкуснее? Они пальцы. Смотри, что делает. Ну, куда ты уставился-то? Ты еще... Вот она Тихоныч комментирует события. Дело карапивное, поясняй. Нет, это не ее. Жар задавить для того, чтобы картошка поспела. Да. Это я ему закусаю. И чтоб дыму. Во. Вон она, все, сюда ветки. Ветки тащите. Ветки, аккуратнее, аккуратнее. Пошлите, парни, все ветки, ветки. Тимофей отказывается, ветки. Он таскал уже. Не ври. Какая-то проволока. Ну все, больше не тратьте. Вот крест. Выключай, а то нечего будет.